Постовые полицейские показали, как ведется работа по задержанию преступников. После оперативников свою часть работы выполняет кинолог, служебная собака которого и находит запрещенные вещества. С показа таких мероприятий начался день открытых дверей в региональном отдельном батальоне ППСП ОМВД. Ты меня не лечи, машин давай сюда! Помогите! Чё ты сюда кинул? Гостями мероприятия стали учащиеся Рязанского колледжа электроники и техникумов, строительного, железнодорожного и автотранспортного, а также школьники из разных школ города Рязани. Юношей и девушек пригласили на территорию батальона, где продемонстрировали им элементы взаимодействия в боевом строю при пресечении массовых беспорядков. Прошли и показательные выступления полицейских кинологов, где провели поиск наркотических средств и продемонстрировали выучку собак при задержании и конвоировании нарушителей. Также было рассказано о специальной технике, состоящей вооружение отдельного батальона, условиях и порядке трудоустройства, если кто-то из них пожелает в дальнейшем связать свою жизнь с службой в органах внутренних дел. В завершении встречи полицейские ответили на вопросы гостей и пригласили желающих на службу в органы внутренних дел.